стыдно посмотреть, в принципе, в те условия ремонта, именно ремонта, когда мы говорим какие-то провалы, какие-то недочеты. Недочеты мы даже вот будем говорить, пошли для того, чтобы эта картинка была, для дополнительной работы, это вот по благоустройству за бордюрным камнем, асфальтирование возле памятника. Поэтому мне точно не стыдно, и в принципе эта вам дорога, она, ну, как не будем сухим языком, там на 5 лет гарантии, это, ну, я думаю, что даже при тех сложных условиях, отсутствие ливневки и так далее, но 10 лет, я думаю, что тут никто не, близко к этому не будет. А если еще будете содержать ее, ну, какие-то определенные моменты, то это 20 лет и будете не по кочкам ходить, а по нормальной дороге.